Сегодня полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Они доложили о мерах, принимаемых в регионах по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции. Также обсудили реализацию нацпроектов. Внимание акцентировали на необходимости постоянного контроля за ситуацией в здравоохранении, касающейся оказания плановой медицинской помощи. И добавлю, штатное расписание Тюменской станции скорой и медицинской помощи увеличено на 100 единиц. Сейчас она укомплектована на 70%, сообщает Тюменская линия.